Джеки, мне кажется, что я тут кого-то слышал. Здесь явно кто-то... Многоножка! Тетя Галя в ярости, когда я играю с огнем. Овощи, черти повылази! Пора кончать эту дискотеку. Вот это я понимаю, техасская резня бензопилой. Как же раньше мы без нее обходились. Правда, теперь руки все в крови. Да ничего. Чего-то нам с Джеки пожрать захотелось. Дошков у нас нет, поэтому кушать мы будем что? Правильно, подножный корм. Волосками палеными запахло. Ого, сколько тут всякого. Джеки! Чемодан бабла! Кстати, Джеки, ты тут на днях спрашивал, нет ли у меня туалетной бумаги. Походу, она нам теперь не нужна. Да и костер будет чем разжигать. Кстати, насчет костра. Надо бы шашку зажечь. А то ни черта не видно с этим факелом. Японская сталь. Это же катана. Что она тут делает? Откуда она тут вообще взялась? Обалдеть, катану нашел. Я, великий самурай, разрубитель-повелитель, теперь обладаю. О, чуваку тут массаж делали. Массаж живота, походу, да? Так, о чем это я? Давай посмотрим, на что эта малышка способна. О, да, это сказка. Таким инструментом можно себе такой дом отгрохать. Но я построил какую-то борду. Эй, Джеки, ты что там делаешь? Смотри, не упади. Экстремал недоделанный. Молодец. А теперь давай спускайся, да поужинай, может быть, а? Я тут тебе местечко нагрел. Короче, я выяснил, что тут Джеки строит, смотри. Канатная дорожка. Сейчас буду ее тестить. Надеюсь, что это будет весело. Я не переломаю себе ноги. Ну что, я геройски спустился. Я осилил это. Сейчас посмотрим, как справится Джеки. Что это? Что это? Что это такое? А, альпинистский топор, такой у нас уже есть. Походу, нам придется вскарабкиваться. Но сперва нужно согреться. А то окоченели все мои конечности. Джеки, ползи наверх пока. Я согреюсь и догоню тебя. Не тормози, съешь сникерсни. Блин, высоковато здесь. Без страховки очков навернуться будет. Смотри, как полез. Как будто всю жизнь этим занимался. Ну ты спидермен. Ладно, моя очередь вскарабкиваться. Опа! Смотри, как я могу. Одной рукой карабкаюсь. Вот это я мощный. А в другой руке у меня, кстати, зажигалка. Ой, блин, совсем забыл. Мы же фонарики нашли. Надо бы достать. Вот это... Черт, батарейка села. Как всегда. На этот фонарик долбанный, батареек не напасешься. Очень быстро разряжается. О, да будет свет, сказал монтёр. Пойдем. Что такое, что ты там нашел? Что? Компас? Бедный шахтер. А это что? О, карта! Мы карту нашли. Спасибо тебе, шахтер. Джеки, глянь сюда, я тут, кажется, нашел склад. В пещере. О май гад, сколько здесь... Что это такое? Какие-то бумаги медицинские. Куча кассет. Видеокассет. Кисточка. Зачем кисточка? Мы что тут будем ремонт делать?
в этой пещере. Сколько шашек? А, это динамит. Динамита сколько? Божечки. Откуда это все здесь? Я бы еще понял, если бы на этом острове жили бомжи. Но кроме нас двоих, тут больше никого нет. Людоеды не в счет. Джеки, а ты помнишь эти коробки в самолете? Вот и я не помню. Тогда откуда они? Срань господня. Похоже на какие-то ясли мутантов. Ты глянь, сколько их тут. Причем они тут все дохленькие. Может, это кладбище? О, мамочка пришла. Ну ты, конечно, красава, динамит кинул. Дай-ка я тоже в нее пульну. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. Мы к вам на чаек зашли. Фу ты, промазал. Джеки, беги! Джеки, ну ты бревно. Ладно, вход пошел, мой братюня-пилюня. Или не пойдет. Ты опять промахнулся. Придется мне все-таки навалять ей. Джеки, хватит динамит кидать. Я вообще-то иду к ней в рукопашку биться. Сейчас еще меня подорвешь. Оу, нифига себе, ты прыгучая тетя. А ну слезай оттуда. Джеки! Черт подери! Джеки, я тут динамит тебе в задницу затолкал. Горилла же не подрывай меня вместе. Доброе утречко! Я снова с вами. А куда бежать? О, на свет бегу, бегу, бегу! Так, спокуха. Спокуха. У меня есть бензопила. Сейчас кинемся таблетосок. Таблетосок. Лекарство, которое называется. И, в принципе, я готов. Я готов идти в бой. А еще, по-моему, после этого взрыва меня очень тянет болтать. Надо бы еще подорвать что-нибудь. Ларис Ивановна, у меня для тебя есть фейерверк. Ай, Ларис Ивановна, походу, не рада фейерверку. Я снова вижу пол. Бери свои руки. О, спасибо. Сумасшедшая женщина. Если ее можно назвать женщиной. О, Джеки, красава. Походу ты бомбанул Ларису Ивановну. Это все, что от нее осталось. Для профилактики тоже кину. На всякий пожарный. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что надо успокоительного принять. И тащить свои булки дальше. Ты что там делаешь? Канистры с бензиком. Кассета. Будет что на вечерок в плеере послушать. Да, шматья здесь, конечно, в этой пещере, да кучи. Опа, батареечки. Для моего прожорливого фонарика. Какое странное чувство, ощущая себя бомжарой на мусорке. Кто бы мог подумать, что на острове есть еще и горы со снегом. Это повод хорошенечко покататься на... Панцире черепахи! Блин. Кажется, на жопе будет два больших синяка. Левый синяк и правый синяк. Ладно, попрыгаем, все пройдет. Надо попытать второе свое счастье. И поехали. Вот это с ветерком. Слюни брызжет в рот насекомые. О, речка. Крутяк. Надо будет потом Джеки рассказать. Ну чё, шоурум? Шоурум. Время шоурума. Короче, мы с Джеки построили здесь вот такую вот приблуду. Это называется лифт. Такого в современном мире нет. Это наша запатентованная технология. Короче, берешь вот этот шнурок. Вот так вот. И тянешь его. Если тянешь от себя, то он опускается. Если на себя, то он поднимается. Сейчас поляну. В общем, зачем нам это высокотехнологичное сооружение? А вот сейчас мы с тобой поднимемся и все поймешь. Еще пришла крутая идея кнопочек сюда добавить. И типа нажимаешь на кнопочку, а снизу какой-нибудь Джеки тебя поднимает вверх. Ну типа автоматизация, понимаешь, да? Вот. В общем, наверху у нас обзорная площадка. Вот такая вот крутая. А сюда мы перенесли нашу канатную дорожку. Ой, мама, полетели!